Приветствую вас, и, конечно же, можно вернуть чувства, вернуть девочку. Вы правильно все понимаете, слишком мало времени вы с ней пробыли и уже уехали. Если по приезду вы будете вести себя предельно внимательно, предельно галантно, предельно обходительно, предельно доброжелательно, позитивно, то очень может быть, что она вновь к вам проникнет симпатией. Но хочется отметить два важных момента. Первый важный момент заключается в том, что если ваша девушка не сумела дождаться вас из командировки, то что будет, когда вы увидите вновь? Пока вы, когда вы вернетесь, вы ее, конечно же, допустим, вернете. Но что будет, когда вы уедете опять? А если у вас уже будет серьезно все? Получается, вам раз за разом придется ее возвращать. Ну, согласитесь, не очень-то хорошая перспектива. И таким образом нужно вам определить, а этой девочке вообще можно доверять? Ну хорошо, вы провели мало времени вместе. А сколько много? Почему она так с вами поступает? Этот момент нужно наверное, для себя вам определить. Готовы ли вы к тому, что вот каждый раз ее возвращать возможно или нет? Далее, второй аспект касается лично ваших ожиданий. То есть, конечно, вернуть девушку вам вполне реально, но нужно быть готовым к тому, что у вас ничего не получится. Что у девушки действительно нету больше чувств. Что девушка действительно, скажем так, охладела к вам. Такое ведь бывает, и в этом нет ничего удивительного. Поэтому, несмотря на ваше желание, нужно быть готовым к тому, что у девушки действительно ничего серьезного к вам не было, и она действительно испытывала просто влюбленность. То есть, добиваясь ее, будьте готовы к отрицательному результату. Не перегибайте палку, не вызывайте у нее уже откровенный негатив. На этом все. Если помог вам, сделайте, пожалуйста, мой ответ лучшим. Буду благодарен. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. С радостью вам попробую помочь.